Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу прикольный скрипт для Nuke Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылка на него будет, как всегда, в описании. А перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около минуты и, в принципе, можете с него выходить. А далее, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем любой предложенный чит. Либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике будут показывать Star. А далее в поиске пишем Nuke Simulator, нажимаем поиск. На данный момент есть только один скрипт, возможно в дальнейшем будет больше. Но пока что я нашел только один. Значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется сам скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Дальше заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт, потом заходим в настройки, ну и ставим любой DLL, который вам нравится. Напомню то, что VRDEV используется без ключ-системы, Electron и CoreNL с ключ-системой. Ну, я обычно всегда использую CoreNL, потому что он больше всего тянет скриптов. Далее, возвращаемся обратно. Нажимаем кнопочку Inject, появляется окошко, в этом окошке у вас будет ссылка, но вот у меня грузится. Ключ я сегодня по идее получал, сейчас он у меня не должен его просить, ну посмотрим. Ага, нет, просит, окей. Значит, давайте сейчас видео ускорю, получу ключ и мы с вами продолжим. Все, ключ получил, как видите. Далее, что нам нужно сделать? В это окошко, в которое открыто, вставляем ключ, нажимаем Enter. Ждем, пока он проверит. Иногда, короче, это быстро происходит, иногда долго. Ну, короче, как повезет. Все, мы заинжектились. Далее нажимаем кнопочку Xcode. И вот появляется скрипт. Все, в принципе, можем пользоваться. Есть функция AutoEQ Best. Это получается одеть самую лучшую ракету, но у меня их всего лишь 5 штук, по-моему. Где-то посмотреть питомцев. А вот. Вот, так что показать не смогу, как она работает. А дальше, автоколлект монет. То есть, смотрите, отправляем, допустим, на вот эту вот фигню. Вот монеты выбились. Включаем эту функцию, и, короче, меня на них телепортируют, и я автоматически их собираю. Как видите, эта функция работает. Далее. Активация всех бустов, ну это по желанию, конечно же, мне кажется, лучше все-таки активировать их по одиночке, потому что сразу все, я думаю, это будет лишнее, их активировать. Далее, атака, здесь выбираем мод, либо сингл, либо all. Я поставлю all, то есть атакуются все, получается, модельки, которые есть. Далее, функция toggle autofarm on. Включает, короче, автофарм. Нажимаем. И, как видите, автофарм начался. То есть все прекрасно работает. А если мы нажмем на off, то, естественно, фарм прекратится. Все. Как видите, он остановился. Дальше трейды. Можно включить, либо выключить, либо включить для друзей. Идем дальше. Тут можно что-то выбрать. Я не знаю, что это такое, но давайте посмотрим. А, это он что-то покупает. Скорее всего, наверное, это энчанты, наверное. Либо что-то другое. Пока я точно не знаю, потому что я в этот режим первый раз зашел. Точно не знаю, что он покупает. Сиол какой-то. Но я думаю, кто играет, тот поймет, что это такое.
Так. Ага, у меня прибавилась ракета. Давайте еще раз. Все, я понял. Короче, это получается автооткрытие. Это автооткрытие яйца. Скорее всего, как я понимаю. А если, допустим, на 2 поставлю? Так, у меня вроде 4000 сняло, да? Ну-ка. Да. И третье, естественно, это будет вот это вот яйцо за 9000. Но, как видите, у меня закончились монеты, мне не хватает. Но почему-то тут не все яйца написаны. А хотя вроде все написаны. Потому что вот я V сейчас нажал, есть какое-то другое. Значит, в поиске просто пишите яйцо, которое вам нужно, и открываете его. Ну и, в принципе, все. Также можно, получается, поодиночке юзать всякие бусты. А также можно собрать все коды, которые есть. Ну, давайте нажмем. И ничего не произошло. Ну, бывает. Значит, не работает функция. Ну, в принципе, на этом буду заканчивать. Вот такой прикольный скрипт я сегодня для вас нашел. Кому он понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Напомню то, что ссылка на него будет, как всегда, в описании. А с вами был Лейзбан. Всем удачи и пока.